вроде пишет. Ну что, наш коротенький заплыв по самым, так сказать, имеющимся в распоряжении низкоуровневым кораблям продолжается. На счету Франция. Британия у нас получила свой третий крейсер. Это очень хорошо. Ну что, Вива ля Франс. Двинули. Френч. Я просто слышал по-разному, как говорят в каких-то кино. Хотя, подождите, в разных фильмах по-разному говорили, соответственно, разные эти нации. То есть кто-то Viva la France, кто-то Viva la French. Интересно. Viva la France. Ну какой выйти из... алло, ну что такое? Что с французами никто не хочет? Никто не хочет играть с французом. Суки. Что, лягушачьи? Еще, наверное, лягушачьи лапки не любят. Скоты. Мон де дио де петро де куи де мерт. Де бордель де куи де мерт. Это, если кто не в курсе, в Матрице один из типа главных злодеев очень любил ругаться по-французски. Не уверен, что я правильно это воспроизвел. Точнее, не так. Я уверен, что я неправильно это воспроизвел. Но... De bordel de qui de merde, это вот последняя часть точно. Mon de Dieu, t-t-t, de bordel, de qui de merde. Вот. А вот что там между, вот это я, конечно, могу ошибаться. Как он там сказал, Башай, говорит, французские ругательства, как будто подтираешь задницу шелковой салфеткой. Интересное сравнение, я вам честно скажу. Я все время на поставил в тупик. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, процесс приятный. Тут, я думаю, спорить никто не будет, что мягкой-то бумажкой жопу вытирать гораздо приятнее, чем какой-нибудь газетой. Или тетрадным листочком. Ага, ну ладно. Так, ну, насколько я помню, у французов в плане артиллерии все нормально. В смысле того, что у них там не только бронебойные. Не то чтобы я прям такой противник бронебойных, но все-таки возможность поджигать врагов фугасами мне очень нравится. И когда ее нет, ну, как-то это неправильно. Так, что с тобой не так? Да вроде все нормально. Для второго-то уровня. Так, дальность, 203. Ладно, сойдет. Не самая моя любимая карта, честно вам скажу. Ну, да хрен с ним. Попробуем сейчас пройти и этот бой. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Бой начинается. Зададим им жару. Поставьте дым завесу. Обязательно. Сейчас надымлю. Так, собственно, на точку Б у нас плывет один любитель стрелять по своим. Теперь я знаю, что значит этот розовый треугольничек. Сам таким однажды оказался. Правда, я честно скажу. Я не специально. Чего? Кто гудит? Что нужно? Кто гудит? А, вот вон там. Сзади, ребята, как-то слишком близко разошлись. Так, дальность. О, 4. В целом нормально. О. Понеслась, родная, в баню. Упреждение я взял, конечно, просто божественное. Ой, елки-палки. Ой, уходим.
Ой, уходим, господа. Чё только не обнаружено, а? Чё только не находят? Так мне нравится эта казачья песня. Не попал, козлина. Ой. А вот сейчас, по-моему, в меня попадут от всей... всей, так сказать, ненавистью. Опа, удачно. Ничего себе ему. Со всей, так сказать. Ну. Ну огонь, огонь, ну! Ох, жесть, а. Во веселуха. Торпеды слева по борту. Слева по борту, справа по борту. Команда противника. Вражеский союз уничтожен. По борту и слева по борту, блин. Вон мясо, а? Блин, жесть какая. Ох, чувак, уходим. Расходимся, расходимся. Притормаживай, парень. Thank you.
Давай, гори, скотина. Догорай, сволочь, догорай, ну. Есть. Пинали паразита. Нифига себе. Команда противника получила преимущество. Преимущество получили. Плохо, что не получили. На, лови, котюша. Чуть у нас яростное, блин, сражение. Но, правда, мы проигрываем. Тиму уже продули. 6 против 4. Но получилось, твою мать, весело. А, сейчас меня начнут забирать. Да хрен тебе во всю морду, приятель. Кто остался? Кто живой? Блин, она у них очень. Да ты что, издеваешься, что ли? Ну ты смотри, а. Шустрик какой. О, брат. Да. Кажись, нам. Сейчас вариантов не осталось, блин. Уф-уф-уф. Печально, печально. Жалко, что не поджег. Давай, сука. Гори, падла. Серьезно? Хороший бой получился. Хоть и проигрышный, но твою мать, дрались как львы. Эх, да.
Ну, этот бой я оставлю. Этот бой я оставлю. Слушай, ну серьезно, ты посмотри на эти показатели. Это же пипец, блин. Чуть-чуть, еще 6. Ну, вот я, кстати, подумал, была мысль. Вот если я сейчас, типа, не наберу хотя бы на один контейнер, типа, еще один бой придется играть. Вот они, мысли проигрышные-то. Так. Сейчас давайте небольшой перекур, а потом продолжим. Ну что? Продолжим? Ну, если сейчас тоже будет проигрыш, то я не буду дать. Ну, то есть, не буду заморачиваться дальше. Я хотел реально три кораблика пройти, и все. Тут что-то бой просто такой хороший прям получился за француза. Хоть и проигрышный, но, блин, хороший, активный. Эх. Жалко, что проигрышный. Ага. Меня засунули туда, куда я совсем не люблю засовываться. А я туда не пойду. Я пойду на левый фланг. Ну, точнее, вот если смотреть с точки зрения корабля, то на левый фланг. А с точки зрения меня, глядящего на карту, то направо. А вот сейчас на левый. Фугасный путь. Почему туда хочу? Потому что, не знаю, мне никогда не получается вот в этих краях буянить. Это мне что-то прям... Мне туда нельзя. Меня там либо прибьют, либо я буду бесполезен. Вот и все. Бой начинается. Зададим им жару. Нифига себе, народ наотвечался прям. Сразу просто. Все, говорит. Готово к выполнению. Всем удачи и 7 футов под килем. Есть. 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 Есть, есть. Жрать, да. Так, давай, двигайся, приятель. Я специально взял так, чтобы оплыть их с жопы, чтобы, не дай бог, мне никто в бочину не впилился и себе лишних штрафных баллов не нахватал. Что-то товарищ не двигается. Это плохо. Нет, а там серьезно, там... Вот, если посмотреть... Ну, вот этот левый фланг, так, вот, да, правый, получается, фланг, то реально раздолье для эсминцев с их торпедами. Ну и какой-нибудь дальнобойный крейсер можно поставить вдалеке. А я что, 10 километров, сколько у меня там, 10,3, по-моему? Ну да, что это уж. Это несерьезно, ребят. 10,3... Это фигня. Полная. Так, давайте-ка мы берем направление по самому-самому краешку. Давай еще. Вот так вот прям. Ага, нормально. Кто там? Кто это? 12 километров. Кто бы это ни был, мне на него насрать. По той простой причине, что я до него не достреливаю. Я, может, и достреливаю. Ну-ка. Давай. Может, и достреливаю. Ну, покажи рожу. Ого. Не хуху себе. Котеныш, а? Отвернул. Так, вы куда, молодой человек, плывете? Ну, это естественно. С такой-то дистанции попасть, это было бы слишком самонадеянно. Ну нет, если бы он плыл дальше по прямой, может что-нибудь бы... Союзник, требуется твоя поддержка. Возможно, что-то бы и прилетело. Куда я смотрю? Туда вообще смотрю. А, чувак обходит, так сказать, с фланга. Флангизирует. Не помню слово, с какого языка фланг. Ну, а обход с фланга как-то флангизи, как-то так это звучит. Ну, смешно достаточно вариант.
Флангизи, как-то так. Читается, конечно, не так, но после того, как я это услышал, все, ты меня флангизировать стало. Вижу крейсер противника. Вижу эсминец противника. Балбес. Я балбес, кто еще? Блин, что ты пугаешь, а? Да блин, он жахнул со стороны, я думал, мне кто-то привет передал. Эхо мог быть моим. Что ты выдумываешь, а? Противника получила преимущество. Ниху. Вот те раз. Торпеды прямо по курсу. Я. Что ты выдумываешь? Торпеды по правому борту. Торпеды по правому борту. Торпеды по правому борту. Нет там никаких торпед. Да. Что-то. Давайте-ка мы на фугасный перейдем. Поджечь, может, получится тут говнюка. Там тут прям совсем шот не ушел. Чем мог, ребята. Торпеда прямо по курсу. Ой, все. Ну да, замечательно. Ну, естественно, испытать удачу. Что тут еще может быть? Вредина, блин. Открыть. Нет, блин, заколотить и выкинуть за борт. Четыре флага. Усраться можно. Магазин Go Navy. Ну, ты... Гоновая отсюда. Блин, даже обидно. Чё-то как-то это... Давайте еще разок попробуем. А, последний бой на сегодня.
Получится, не получится. Теперь действительно получится, не получится, хрен с ним. Первый бой за француза был прям ай-яй-яй и вах-вах-вах. Второй бой получился, ну, так, как говорится. Имело место быть наличие меня в бою. Вот и все. К сожалению. Нифига себе у нас любители пострелять по своим. Аж три штуки. Так. Ну, на точку А, без вариантов. Вообще, конечно, я не понимаю, нафига нужны здесь бронебойки. Вот серьезно, я уж сколько раз их испытывал, думал, ну блин, ну. Ну должны же они хоть для чего-то здесь быть. Да не для чего, блин. По крейсеру шманяешь, как. По-моему, пловец с ножом и то быстрее бы проковырял. Извините. Если вы это слышали, конечно. Если не слышали, то я и не извинялся. Все нормально. Бой начинается. Всем удачи и сердце в матке. Зададим им жару. Так, ну торпед у меня нет, так что. Так точно. Как-нибудь по краешку. Так вот. Вот так, да. Выползаем потихонечку. Так, пушки зафиксировать. И айда рванули на точку А. Вообще, что-то наши, конечно, в прошлом бою шустро слились. Ой. Прям, я имею в виду, совсем-совсем шустро. Неожиданно. Я что-то думал, у нас такой более-менее равноценный бой. А тут вдруг бац и... Привет, ромашки. Так, у нас есть один, даже два стоячих, похоже. Печально. На точку А идет всего два человека, да? А кто еще? Святая Каролина. Ну... Я бы, конечно, хотел, чтобы еще и Жульен с нами пёр. У нас все на точку Б рванули. Ну ладно, в случае чего на разворот и по съёбкам, как говорится. Чё-то особо вдумать. Если на точке А будет дичайшее превосходство противника, разворот и до свидания. Чё, я самоубийца, что ли? Ты куда, Короленочка? Ты думаешь, я к краю пойду? У меня торпед нет, чтобы туда выскакивать. Были бы торпеды, я бы сейчас... Ого! Как там, у японцев. Вечная моя тема с японцами. Так, С у нас почти захватили. По-моему, у нас сейчас получится нехилое превосходство на точке С противника. Кажется. Так, и к нам... четвером плывет. О, прелесть. Четвером это хорошо. Так, тот вот уже пробует свои, так сказать, силы. Я уходить. Неполадки устранены. О, прикройте. Help. Убивают. Хулиганы зрения лишают. Твари.
Па-па-па-па-па-па. Заметил. Печально. Что ж ты так полез-то неудачно, парень, а? О-о-о. Не-не-не, Дэвид Бой. Горелся, гадил. Пожарная тревога. Ой, валики. Подожжем этого каунюка перед смертью. Да, полная атаска. Ну ладно, видимо, не судьба сегодня за французов победить. Как я же сказал, это будет последний бой вне зависимости. Вот такая вот жесть-жестянка. Ну, что поделать. Кстати, интересно ради модуля. Но он не накопил, да? Ну, было бы странно. Так. Ну да, все. На сегодня все. Больше ничьи бонусы снимать не буду пробовать. Может, завтра, кстати. Или на днях. Ну, посмотрим. Что-то у меня сейчас World of Warships немножко отошел на задний план. У меня там Saints Row, вторая часть. Игрушка всего лишь 10-летней давности. Прошу заметить, почти современная. Раньше-то я брал 2004 год, 2002, а тут 2008. Ничего себе. Ладно. И Need for Speed Underground 2. Ладно, все это фигня. Короче, всем огромное спасибо за просмотр. Вот на таком вот... Ну да-да, покажи мне военный. Вот, да, вот на таком вот красивом внешнем виде господина Вайоминга. Вот он какой красавчик. Мы заканчиваем на сегодня наше плавание. Так что всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ссылка на плейлист, как обычно, будет в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока.